В эфире информационная программа «Пульс города». В студии Ирина Исаченко. Здравствуйте. Смотрите сегодня в нашей программе. Зеленая Россия. Кандалакша примет активное участие в массовой экологической акции. Отдыхать, не работать. Роструд составил график выходных дней на будущий год. 30 августа по всей России стартует экологический субботник «Зеленая Россия». Подключится к нему и Кандалакшский район. Уже сейчас в плане заявлено более 50 участков, которые необходимо привести в порядок. А вот кто этим будет заниматься, попытались выяснить сегодня в администрации. Там прошел оргкомитет по проведению экологической акции. Сразу заметим, что оргкомитет прошел в довольно усеченном варианте. Многие из участников грядущего экологического движения заседание проигнорировали или просто не смогли прийти. Хотя приглашение было разослано всем, начиная от руководителей управляющих организаций и заканчивая директорами крупных предприятий и учреждений. Те же, кто присутствовал, поспешил поделиться планами на последние дни лета. Все учреждения, которые работают здесь на территории города, и все управляющей компании, я также прошу все-таки определить места и эту заявку передать в управление коммунального хозяйства. Ну вот, например, для администрации мы определяем два места, где будет проводиться субботник. Это мемориал, там нужно привести в порядок к 70-летию разгрома немцев в Заполярье. Также силами администрации планируется привести в порядок территорию гостиницы «Сполохи», где уже 6 сентября развернется большое массовое гуляние – фестиваль «Байки красавицы Канды». Большой объем работы предстоит и сотрудникам Кандалакшского алюминиевого завода. Они уже занимаются благоустройством братского захоронения на городском кладбище. Параллельно приведут в порядок и улицы на Ниве-3. Управляющая компания ГУК взяла на себя обязательства по уборке территории на улице Пронина, а также на Данилова и Уверова, возле домов, на которых имеются мемориальные доски. УК «Феникс» выразил желание привести в порядок несколько дворов в поселке Металлургов, а также в железнодорожном микрорайоне. Отметим, массовый общероссийский субботник «Зеленая Россия» проводится 30 августа. И уже не первый год, с каждым разом объединяя одной идеей миллионы жителей нашей страны. Министерство труда России предлагает жителям нашей страны 11-дневный отдых в период новогодних праздников. Согласно проекту постановления, который разработали специалисты Роструда, в будущем 2015 году 3 и 4 января, это будет суббота и воскресенье, совпадающие с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 9 января и 4 мая соответственно. В мае предусматривается 4-дневный период отдыха, совпадающий с празднованием праздника весны труда. Он продлится с 1 по 4 мая. И 3-дневный период отдыха, совпадающий с празднованием Дня Победы, с 9 по 11 мая включительно. Мероприятия по реконструкции Иовской ГЭС, что в поселке Зареченск, подошли к финальной стадии. На гидроэлектростанции завершился монтаж нового современного оборудования. Энергетики приступили к пусконаладочным испытаниям второго гидроагрегата и отладке всех систем гидростанции. Испытания включают наладку систем регулирования агрегата, проверку системы возбуждения, защит и автоматической системы управления. Брошенное имущество Министерства обороны продолжает доставлять хлопоты пожарным. Так, буквально накануне кандалакшские огнеборцы дважды выезжали на тушение разрушенного госпиталя. Первый сигнал на пульт дежурного поступил в 2 часа дня. После прибытия на место происшествия пожарные обнаружили сильное задымление и открытое пламя. Огнем были охвачены помещения на втором этаже. На ликвидацию ЧП ушло порядка 1 часа. Процесс осложнялся тем, что начали обрушаться перекрытия. Возникла угроза для жизни самих огнеборцев. Следующее сообщение о возгорании в здании госпиталя поступило уже вечером. Неизвестные подпалили мусор на первом этаже. Стоит отметить, что с начала этого года пожарные Кандалакши уже несколько десятков раз выезжали на тушение заброшенного дома офицеров и госпиталя. В то время как собственник этих помещений, территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны, никаких мер для охраны и обеспечения сохранности объектов не предпринимает. И это несмотря на неоднократные требования и предписания надзорных органов. Это все новости на сегодня. Далее реклама и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время. Всего доброго!